Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас Ford Transit 95 года с двигателем 2.5 дизель. Это наш старый знакомый. Много раз он уже посещал нашу мастерскую. В этот раз он приехал, у него какой-то странный хруст, переходящий в шум в левом переднем колесе. После того, как я на нем проехал, у меня сразу подозрение пало на передний левый подшипник. Вот поэтому мы сейчас чуть поддомкратим фургон и покачаем колесо. Ну а вот и шум, который мешал. Вот так оно. Ну здесь вопросов, в принципе, больше-то и нет. Оно у нас в обоих плоскостях гуляет, поэтому снимаем колесо, снимаем поворотный кулак, тормозной суппорт-диск, все, что надо, снимем. Меняем и все. Пришлось гайки рычагом срывать, сильно были затянуты. Ну и видно, что на них ржавчина. Походу, они никогда не откручивались. Хотя резина свежая. Не, думал, может, медная смазка. Нет, ржавчина. Слышите, да? Как сильно шумит. Так, ну вот оно видно здесь. Не надо здесь быть профессором. Давайте сейчас прикинем, как оно все разбирается, потому что я не помню, делал я такое или нет. Похоже, нет. Ну, сейчас вместе разберемся.
Это нижняя часть упала, то есть тормозной диск. Теперь давайте попробуем выковырять эту чашку каким-нибудь хитрым способом. Были бы они нормальные, вот здесь бы сделали напротив два отверстия, именно для демонтажа. Так как они ненормальные, сюда надо... Ну, есть, конечно, способа, но мне кажется, вот так было бы самоудобно. Просто сделать навстречу так два отверстия, для того, чтобы не было разбалансировки. Ну, нет, так нет. Посмотрите, гайка у нас от руки вращается. Кстати, очень хорошо, что она вращается, потому что я бы сразу так и не догадался. Здесь правая резьба, левая резьба. То есть она вправо откручивается. Так, раз. И два. Молчать. Ну, подшипник — это то, что называется в замечательном состоянии. Видите? Я его только перевернул, он сразу весь рассыпался. Это очень плохо. Я бы сказал, даже очень-очень. Так, что у нас по подшипникам? Мне привезли вот такую коробочку. Я ее даже не открывал. Но зачем мне ее открывать, если я не знаю, какой он должен быть? Так как мы теперь знаем, какой он должен быть, можно и открыть. Раз и два, подшипник, сальничек и шплинтик. Сальничек один, да, или два, непонятно. А сальничек один. Так, нормалек, поехали. Теперь надо выбить обойму. Я это обычно делаю следующим образом. Сначала мы выдавим отсюда смазку, чтобы она нам не препятствовала. Точнее, препятствовать она не будет. Ну, просто чтобы она... Благодаря этой смазке мы не засрали весь стол. Мы ее жестко, конечно, сделали, но ничего. Так, теперь что мы сделаем? Теперь мы возьмем, где наш вот там пробойничек, на краешек обоймы подшипника его
Иногда на некоторых машинах там есть специальная выборка для демонтажа. Ну, на этой чуть-чуть просто выступающая юбка. Тарак-тарак-тарак. Теперь наши новые модные подшипники. Вот так раз. Здесь усилие будет совершенно небольшое, поэтому то, что на шпильках стоит, никакого вреда это не нанесет. Ну, если хотите, можете что-нибудь подложить. Есть. Ну а теперь будем все складывать в зад. Так. Подшипничек. Раз. И сальничек. Смазали, ставим подшипничек. Смазки не жалеем, здесь забиваем до упора. Она лишней в этом месте точно не будет. Резьба, не забываем, левая. Так, теперь затягиваем. Так, как обычно я это затягиваю. Сначала затягиваем до упора, ну так килограмм 8-10, да, вот, и потом, если взять это как циферблат часов, буквально на 5 минут я ослабляю. Проверяем, чтобы у нас не было нигде закусано. Ну и теперь мы ставим тормоз для гайки, выглядит как
шайба. И шплинтик. Где наш новый шплинт? Где-то был. Вот так, отлично. Теперь вот это мы уберем, а новую смазку забьем. Все, идем, ставим назад. Обязательно шплинтуем. Есть. Ну что, ставим колесо и опускаем машину с козелка. Мы с вами здесь помажем, чтобы у нас присохли гайки с минимальной вероятностью. Все. Здесь смотреть больше нечего. Я надеюсь, видео было кому-то полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем удачи. А у меня тоже рабочий день уже кончился. Нашел муж. Квартира Коша. Домов до подписи там. Пока.